Сбербанк инвестирует в Рамблер Групп 2 миллиарда рублей. Благодаря этим вложениям доля Сбербанка в активах интернет-компании достигнет 55%. Банку принадлежит 46,5% акционерного капитала холдинга с апреля прошлого года. Сбербанк купит 6,95% активов у самих Рамблер, а еще 1,5% выкупят у Александра Мамута. Основной фокус инвестирования – это проект ОКО. Более подробно читайте в ленте новостей.